Ребята, я, наверное, хочу начать сначала с самого дорогого и прекрасного. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу, действительно Он воскрес! И сегодня Он воскрес в нашем сердце. Мы радуемся тому, что Бог сегодня в нашем сердце. Да, действительно, меня зовут Александр, моя фамилия Донцов, я с Хабаровского края. Приехал к другу сюда, штат Вашингтон, Сиэтл, Юра Сенченко. И вот с другом приехали сюда к вам в гости. Даже не ожидал, что попаду на такую хорошую, большую конференцию. И могу увидеть столько молодых сердец, которые сегодня желают служить Богу и посвятить свою жизнь для Господа. Слава Богу! Я думаю, что это не просто слова. Мы хотим сегодня служить Господу. Потому что наш Бог прекрасен. Это так. Бог наш Творец, Он любящий, Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы мы жили вечно, для того, чтобы мы радовались в Нем и приносили что? Плоды. И мы сегодня об этом будем немножко говорить. Вы знаете, тема конференции «Ибо время близко». Друзья, время близко. Это так? Мы не знаем, когда придет Иисус Христос. Кто бы вам сегодня не выдумал и не сказал, что он придет завтра или послезавтра, или, может быть, еще там через месяц, через два, может, в 2012 году, мы не знаем. Библия об этом говорит? Говорит о том, что мы не знаем, когда он придет. Вы знаете, даже однажды ученики поинтересовались и хотели спросить у Иисуса, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство твое, Господи? Что Иисус сказал? Не ваше... Что? Не ваше дело знать времена и сроки. Это не ваше дело. Молодые сердца, молодежь, сегодня наше дело делать что? Принять сегодня определенное решение. И во время близко, и нам нужно с вами принять определенное решение. Служить сегодня Богу. Ибо время близко. И вы знаете, мне очень понравились те слова Иисуса Христа, когда Он сказал «Деяния апостолов». Первая глава. Я хотел бы вместе с вами прочитать эти стихи. Этот стих. «Деяния апостолов», первая глава, 8 стих. Продолжая то, что я уже говорил. И говорит Иисус, что произойдет? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли. Друзья, очень интересный такой момент. Скажите мне, есть ли в Библии молодые служители, которых Бог избрал с молодости на служение себе? Есть такие люди? А кто может сказать? Кто? Иеремия, друзья, я с вами согласен, Иеремия, он был молодой. И вы знаете, ему действительно было трудно согласиться с тем, что сказал ему Господь. Ему надо было пойти к кому? Взрослым дядям и тетям и рассказать им о том, что хочет сказать Бог. Это было очень страшно, но он был смелым. Он был молодым. Но, конечно, ему было очень тяжело принять это решение. Но когда он принял, хочу вам сказать, что его путь был не из легких. И если мы с вами видим в истории, из Библии, что ему приходилось очень сложно, когда люди не встречали его с улыбкой, ему нужно было говорить им истину, говорить им правду, и за это он страдал. Второй момент. Кто еще из молодых служителей? Кого вы помните? Самуил. Ну, Самуил. Вы знаете, Самуил с 12 лет услышал кого? Услышал Господа. Друзья, я не знаю, со скольки лет вы услышали Бога. Я не знаю. Но я верю в то, что здесь сидят ребята, которые услышали Бога, может быть, в 11 лет, а кто-то и в 9 лет, а кто-то и в 15 лет, а кто-то и в 20 лет. Мы услышали Бога. И Бог говорил однажды нам, так же, как и говорил Самуилу. Мы можем сказать, о, Самуил.
общения с вами. Он всегда говорил вам. И Он когда-то однажды сказал вам, что Он есть ваш Бог. Он есть ваш пастырь. Он ваш Иисус Христос, который умер за ваши грехи. И вы Ему сказали, да, Господи, я верю Тебе, и я хочу следовать за Тобой. Самуил. Как он близок к нам. Мы молодые. И мы сегодня знаем Иисуса Христа. Мы имеем личное общение с Ним. И слава Богу. Еще кто? А? Тимофей. Правильно. Вы помните, когда вообще Тимофей, он был рукоположен на служение, на пасторское служение в возрасте, в молодом, в энергичном. Человек, который мог что-то делать для Господа. И вы знаете, он был пастором Ефесской церкви. И однажды Павел ему сказал, да никто не пренебрегает что? Юностью твоею. Но, если ты хочешь, чтобы не пренебрегали твоей юностью, будь кем? Образцом. Для кого? Для людей. Будь образцом для верующих. И для всех людей. Будет им образцом. Действительно, это здорово. Мы видим с вами напоминание о том, что очень много встречается молодых ребят, которые посвятили себя на служение Богу. Сегодня время близко. Скоро придет Господь. Сегодня каждому из нас нужно будет принять решение. Посвятить свою жизнь для Бога. Друзья, как это очень сложно. Как очень сложно выйти из зоны комфортности, и сказать, Господи, я готов идти на страдания, я готов переживать трудности. Да, но для того, чтобы иметь благословение, нужно руководствоваться Богом. Для того, чтобы иметь благословение, нужно слышать Бога. Ребята, у вас есть личные отношения с Богом? Аминь. Слава Богу, что они у вас есть. Это самое главное. И самое, что интересное, мы должны иметь эти личные отношения всегда для того, чтобы слышать, что Бог приготовил для каждого из нас. Бог хочет, чтобы я сегодня принял решение, посвятил себя на служение Иисусу Христу. Вы знаете, очень интересный есть момент в Библии, когда однажды человек, отверг повеление Божье. Когда однажды человек сделал не так, как сказал ему Бог. И вы знаете, этот человек потерпел огромное кораблекрушение в своей жизни. Друзья, я не хотел бы, чтобы это произошло у нас и в нашей жизни. Бог избрал нас для большего. Он избрал нас для расширения Царства Божьего. Он хочет сегодня, чтобы мы стали настоящим в этом мире, чтобы мы могли проповедовать Евангелие, жить для Него, благовествовать о Нем, прославлять Его на любом месте, где бы мы с вами ни находились. Давайте вместе с вами откроем книгу Бытие, Книгу Бытие, 19 глава. Вам всем знакомая история о Лоте. Лот. Действительно, как ему жилось очень трудно, нелегко в Содоме и Гоморре, где было очень много мерзости. И вы знаете, даже апостол говорит о том, что его сердце, оно мучилось в праведности. Когда он находился среди этого народа, потому что, может быть, ему приходилось принимать какие-то неправильные решения, потому что он был одним из старейших, одним из вождем. И ему было очень сложно в его жизни. Но вы знаете, что Бог хочет, чтобы мы руководствовались Его Словом. И тогда мы будем иметь успех, мы будем иметь благословение в любом служении, в котором бы мы ни служили бы Богу. Мы будем иметь этот успех, если будем руководствоваться Его Словом. Однажды Бог сказал Лоту через ангелов. 17 стих. Если есть у кого Библию, вы можете открыть, но я думаю, что Слово Божие высветит на экране, и мы можем с вами прочитать Бытие 19 глава, 17 стиха.
Вы знаете, очень интересные моменты, которые здесь описаны. Ибо время близко, скоро придет Господь. Время пришло принимать решения для нас, молодых. Слушать Бога и следовать за Ним. Или иметь благословение, или потерять все. И расточить то, что дал мне Бог. 17 стих. Когда же вывели их вон, то один из них, ангелов, сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Друзья, смотрите, что сказал Бог Лоту. Что тебе нужно сделать для того, чтобы спастись? Для того, чтобы тебе получить благословение. Для того, чтобы действительно ты мог послужить для меня. Что тебе нужно было сделать? Спасайся, куда написано? На гору. Друзья, гора — это не просто холмик. Вы представляете, что такое гора? Я не альпинист, но у меня есть друг альпинист. Однажды он меня взял с собой. Ну вот представляете, я вот такой габаритный или не габаритный. Однажды вместе с ним начали забираться на гору. Это было что-то. Я сорвался несколько раз. Это было очень трудно. И он мне как раз прикрепил такую страховку и говорит: давай я тебя буду потихонечку поднимать, ты главное, ну, за что-то удержись. И там уже будешь отталкиваться ногами, я тебя все-таки подниму. Я согласился, говорю: давай. И вы знаете, было три попытки для того, чтобы он меня поднял на эту гору. Потому что у меня не было практики, мне было тяжело подниматься. Но хочу сказать, друзья, это не легкий путь, чтобы подняться в гору. Вы думаете, что Лот не знал? Господи, вот действительно, он оценил эту ситуацию и понимает, что гора, она очень тяжелая, она очень сложная. Но порой, вы знаете, очень важно. Бог нас отправляет туда, где не очень легко. Друзья, вот скажите мне сегодня однозначно, поднимите руку, кто общается с неверующими людьми у себя на квартире. Кто приглашает себе на квартиру неверующих людей и с ними проводит малые группы? Есть такие люди? Друзья, я вам, знаете, на своем примере расскажу, как это было сложно. Вы знаете, когда я прочитал в Библии такое поручение для церкви и для меня лично, когда однажды Иисус Христос сказал: идите и научите в этот мир, расскажите им Евангелие, тем неверующим друзьям, людям, которые окружают тебя. Вы знаете, я когда прочитал этот стих, меня коснулось сердце, и я понял: Боже, ну не может так проходить моя жизнь. Просто напрасно. Я знаю, что ты меня избрал, чтобы я мог проповедовать неверующим людям. И вы знаете, очень был интересный момент. Я молился очень долго. И знаете, как было очень сложно познакомиться с неверующим человеком и пригласить его к себе домой. Как это очень было сложно сделать какую-то попытку служения, да любого служения, какого бы это ни было. Очень сложно. Потому что это трудный путь, это не легкий путь. И вы знаете, когда Бог ему сказал идти на гору со своей семьей, да, вам будет трудно, но гора, она сплотит вас, вы будете вместе, вы будете друг другу помогать, вы будете поддерживать друг друга, вы будете молиться друг за друга. Но что сказал Лот? Но Лот сказал: нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот, в угодность тебе я сделаю и это. Нет, не спроверну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце сошло на землю, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба. Жена же Лота, 26 стих, оглянулась позади его и стала соляным столпом.
И встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Вы знаете, очень интересный момент. Куда Бог сказал изначально спасаться ему? На гору. Но что сделал Лот? Он говорит, Господи, мне это не по силам, я не пойду туда. Он не выполнил волю Божию, он попросил, знаете, немножко такой вот легкой жизни. Он говорит, Господи, ну позволь мне пойти лучше вот в ближайшее селение. И знаете, что произошло? Когда он нарушил повеление Божие, он потерпел крушение. Какое? Он потерял свою жену. Друзья, он потерял свою жену. Если бы он спасался на гору, которую бы говорил Бог, они бы были бы заняты тем, чтобы подниматься на эту гору и не оглядывались бы назад. Но что произошло? А произошла проблема. Произошла проблема, о которой мы видим здесь, что он когда отказался от воли Божьей, говорит, я не пойду туда, Господи, извини меня. И он терпит первое поражение, он теряет свою жену. Я не знаю, что произошло в их семье. Что может произойти сегодня в нашей семье, когда мы не живем по Слову Божьему? Что может произойти в наших молодых сердцах? Когда мы делаем так, как нам хочется. Когда мы диктуем Богу условия и говорим, Господи, нам хочется именно жить так или вот так. Извини, я не хочу так жить, как Ты говоришь мне. И тогда мы можем потерпеть колено душе. И еще один момент, самый страшный момент. И вышел Лот из Сегора и стал жить, 30 стих, в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшая, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю своей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. Представьте, что дальше произошло. Когда человек не пошел по воле Божьей, когда он отказался от того, что ему сказал Бог, произошел грех. Если бы жена была бы с ним, посмели бы это сделать дочери? Нет. Друзья, все идет по шагу. Когда мы пытаемся пойти против воли Бога, когда мы не принимаем решения для того, чтобы служить Господу и посвятить молодые сердца для служения Ему, когда мы не прислушиваемся к Богу, когда нет личных взаимоотношений, когда мы не живем так, как учит Иисус Христос, то что получается в нашей жизни? Мы терпим поражение. Мы терпим поражение. Поэтому, ибо время близко. И сегодня время принимать решения. Я думаю, что каждый из вас хочет иметь успех. Но для того, чтобы иметь успех и благословение в этой жизни, нужно очень много потрудиться, нужно много посвятить, отдать себя на служение Богу. Да, это нелегко. Да, это очень сложно. Порой, может быть, недостаточно воскресенья побыть на собрании. Но этого недостаточно для Бога. Представьте себе только, вот, поймайте вот эту одну мысль, что Бог избрал меня для определенного служения, чтобы я сегодня мог приносить плоды. И я сегодня просто хочу где-то отсидеться в сторонке. Не может быть такого. Если сегодня я не иду по тому пути, к которому призвал меня Господь, я буду терпеть поражение. И в заключение, один очень хороший стих. Евангелие от Матфея, 24 глава. Вы знаете, очень интересный момент. 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда написано, что придет конец, ибо время близко. Но Бог еще не приходит, Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Друзья, посмотрите сегодня, сколько нас. Нас, молодых, энергичных, сильных. Бог, который поставил сегодня. Бог, который дал силы, дал нам Духа Святого.
Он хочет сегодня, чтобы мы могли проповедовать Евангелие. Для того, чтобы мы могли распространять Слово Божье. Для того, чтобы действительно мы могли помолиться за тех людей, с которыми мы учимся и работаем. Пусть это будут американцы. Пусть им, может быть, непонятен нам наш язык, но мы уже адаптируемся к ним. Мы хотим так же, чтобы они были спасены. Пусть Бог благословит нас в этом. Бог сегодня посылает меня. Он избрал меня на служение. Прими решение, чтобы посвятить себя Богу. Пусть Бог благословит каждого из вас, укрепит, исполнит силой Духа Святого, чтобы мы всегда прислушивались к Богу, чтобы мы слышали то, что Он нам говорит, чтобы никогда в своей жизни не шли против Бога, потому что это будут плачевные плоды. И вы видели на примере Лота, что произошло в его семье, когда он не был послушен Богу до конца. Пусть Бог благословит каждого из нас, а ему пусть будет слава. И льется слава из наших сердец. Аминь.